15 тысяч оборотов в минуту, он издает очень сильный рев, так что все в округе оборачиваются и боятся. И это, соответственно, тоже доставляет кучу удовольствия. 50. Папка приехал. Китуашвили, здорово. Рыбакин. Как тут? Я нормально. Это, короче, в моей передаче самый первый мотоцикл, который я тестирую. Крутяк. Я на самом деле в шоковом состоянии. Ты сейчас выбросил очки, которые стоили дороже, чем этот мотоцикл. Я вообще не понимаю, кто тебе доверил это транспортное средство. Вот, все. Ну ладно, что, ты хочешь протестировать это дело, да? Давай. Да все уже давным-давно протестировал. Ты все уже протестировал? Да, а что ты тогда от меня хочешь, чтобы я тебе что-то сказал? Не знаю, чтобы ты в кадре постоял просто. Просто я постоял в кадре? Передачи, крутяк, все дела. Ты просто хотел, чтобы я побыл у тебя в кадре? Да. Да. Спасибо большое Карамби ТВ за предоставленный мотоцикл для пробега. Спасибо. Спасибо, Рыбакин. А может и нет. Эрик! Вернись, мать твою! Стас, пиши заявление, у тебя мотоцикл угнали. Расслабляющий массаж. О, смотри, какая симпатичная бабушка. Мы похожи сейчас на двух дебилов, которые без шлема, без подготовки, просто тупо едут по дороге. От нас смысла нету в жизни у нас. Понимаете, аккуратней, ребята, аккуратней. Мы те самые дебилы, которые едут без смысла, они не знают куда. Они просто катаются, люди удивляются нам. Это древний мотоцикл, но достаточно мощный. Тебе он вообще не нужен, и мне он не нужен, потому что мы смотримся, как две старомодные тёлки, которые пытаются показать, что они еще молоды. Но молодость наша ушла, и просто нужно в этом признаться себе. Хватит меня трогать за живот. Рыбаки, ну не прыгай! Ну, у тебя упадем. Просто везде живот. Слушай, у кого везде? Массаж делай. Делай массаж мне. Вот так вот. Молодец. Отлично. Я чувствую себя боксером. Я чувствую себя сейчас мужчиной. Я мужчина. Я сейчас тронусь со светофора. Не-не-не-не-не-не. Первая скорость. Газуй. Не бойся. Эрику не понравилась моя манера езды, поэтому, проехав со мной примерно 500 метров, он стал ныть. Это херь. Все, ладно. Ну реально, давай, вон там останавливайся и все. Подожди, кос лес. Подожди, у меня жопа мокрая от тебя. Тебе махает. Тебе махает. Тебе махает. Да тебе, да нет. Давай, ну пойдем спросим кого. Давай в припрыжку подойдем. Подожди, давай сначала поспорим. Давай, на что спорим? Давай без штанов, кто прокатится на мотоцикле. Вот здесь три круга. А вот ты вот так сделал, ты кому сделал, ему или мне? Красавчик! Я победил. Смотрите, что сейчас будет. Снимай штаны. Давай, быстро! Чертов жопошник! Вот это называется съемка. Блин! Ненавижу тебя. Рыбакин со мной поспорил и проиграл в споре. Сейчас он платит за это. Едет без штанов в костюме на мотоцикле. Раз круг. Два круг. Три круг. Спасибо большое программе вашей за то, что дали возможность вспомнить молодость и прокатиться.